Так, всем привет, друзья. День 2 сегодня, кольцо. Дождь идет. Короче, ну, выспался нормально. Немного тут неровно, как-то так спишь. Бугорки везде эти. Короче, ну ничего. Не холодно, хорошо. Ну, будет сегодня, конечно, жестко, я чувствую. Дождь валит, и там на целый день он, по прогнозу. Такой, слышите, довольно приличный. Ну, вчера было круто, видели сами. Кто не видел, заходите, посмотрите. То иногда пишут: ой, так давно не видел видео ваших. Вы так редко их выпускаете. Я говорю: да, там 4500 на канале. Очень редко, вообще почти нет ничего. Так, ну что, сейчас будем, короче, готовиться к старту. Так, внедорожник живой. Вчера не решились заводить в потемках после эвакуации. Ну что там, пацаны? Я ж, блин, ночь не спал, переживал, что с машиной, блин. Огонь? Ёханый бабай, это жесть вообще. Не, ну в хорошем состоянии. Фото есть, видео есть, все, все ходы записаны. Т1. Такси. Люстра усиленная. Гидроусилителя же нету, да? Электро. А, электро есть? Мы утяжелили уже машину электроусилителями. Ни хрена себе. Да не, ну конечно. Кто жил, тот и живет. А то что, 2,3 объем написано или что? 30 литров? Да. На сколько упаковка? Блин, много есть небольшой износ, но в общем и целом машина в хорошем состоянии. Такой легкий утренний обзор. Сегодня продолжение. Короче, к кольцу ты готов, я понял. Конечно. Потому что я переживал, кого снимать, блин, если выхлоп, как в Геленвагене, даже круче. Что вам еще показать? Ну, шноркель. А шноркель сработал, да? Глянь, ну, чисто все, да? Ух ты ж, елки, блин. Вот он, главный организатор всего оффроуда мирового. Блин, ну ты меня отбрасываешь выхлопом, блин. Спортивные сиденья, слышишь? Не, ну тут все по максимальному. Изолента есть, видите, в комплекте. Мало ли, вдруг что-то подремонтировать, огнетушитель. Коробка шестиступенчатая? Семи. Понял. Стой, стой, Бодя, а ну встань, я фотку вам сделаю. Восьмиступенчатая. Типтроник? Понял. Блин, чуть не испачкался. Так, тут уровень организации нереальный просто. Только солнце взошло, еда уже на столе. Вот аппарат, это да. Макс, ты пойдешь по кольцу сегодня или нет? Не знаю. Ну, хочешь, да? Да, конечно. Вот его машина. Кто не знает. Блин, у тебя чехол как на танк, блин. На все тело, да, или? Да. Дельфин готовится сейчас. Будет экшен, да? Наверное. Хорошо, с погодой повезло, конечно. Какой-то мальчик пошел. Блин, я бы тебе помог, но я снимаю, не могу. Блин, нога у тебя не туда смотрит. Тебе так тяжело ходить будет. И ехать. А ну, на все тело? Да, точно на все тело. Охренеть.
еще и это слюнявчик или что? Да. А где ты взял такое пальто? В интернете. В интернете, да? Да. Блин, там все есть в этом интернете, да? Но, да, да, под навес встань, чтобы не намокнуть. Не, ну хороший костюм. Смотрите. Да и мне такой надо купить будет. Управление. И все, и вчера, да. А где лунатик? А одновременно было поставлено, но после... это вообще назад у меня все, лебедка. Все, после гонки тут и разбираемся. Не буду. Мне, ну, я мне за раз не надо. А ну встаньте, вы красивые такие. Да. Я тебя найду. Что мы сейчас узнаем? А через эти самые, 2 часа только встать, да? Тер-1 раньше. Нет. Через 2 часа? Тер-1 и Тер-23, то есть 137 месяцев. Через 2 часа? Ну, он сказал, что общий старт через 2 часа. Фу, блин, смотрите, тут нормально. Так, ну, давайте. Обзор участников день 2. Ну, я вам скажу, блин, главное не убиться раньше времени. Короче, есть внедорожники. Рубикон живой. Северодонецк. На месте. Назар. Блин, выжил, не знаю, такое он исполнял. Так, этого Рубикона вчера я не видел. Там Чирокес XJ. Во втором ряду Нивы Самураи. В общем, Джимнин починили. Нива. Вот Самурай. Еще Нива. Не все машины вчера в кадр попали, но сегодня попадут все. Сегодня кольцо. Привет. Фронтера. Вот это я тоже не видел. Но вчера, видно, не все были. Спортец. Много-много участников. Первый день был, хоть и жесткий, но, скажем, как раз такой, как надо. Так, это маньяки из Одессы. Настолько суровый, что даже дверей у них задних нету. Были на заднем приводе, наверное, так на заднем, судя по всему, и поедут. Попробуем заглянуть. Да, видите, нет полуоси. На заднем приводе. Не знаю, куда они уедут, но уедут. Так, это Вова. Не, нету. Это Вова. Так, Виджей, 70. Вот это известный человек очень. Сейчас вам попробую его показать. Игоречек. Да. Привет. Привет. Ну ты заряжен на победу. Едь спокойно, главное, иначе не выиграешь. Я думаю, что лучше себя не выгазовывать. Да, да, спокойно, ну, начни плавно, войди в гонку. Ну, блин. Ну ты понял, да? У тебя ж кожаный руль, елки. Кожаный руль, кожаный мяч, блин. Привет. У тебя ж серьезная машина, блин. Тент красивый какой. Ёханый бабай. Иду на еду. Давайте фото семейное. Костюмы красивые. Нормально смотрите. Так, смотрим дальше. Это тоже участник. Не видел его вчера, не попал он в кадр. Ранчероки.ком. Квадриков. ТВ-шек. Разрешите. Квадриков. ТВ-шек. Меньше, не меньше. Ну, есть. Да, наверное... Сейчас будет одна из самых запоминающихся гонок, судя по погоде. Хотя тут всегда весело, но будет хорошо совсем. Тут ребята подготовлены с едой. Ну да, на заднем приводе без еды лучше с лагеря не выезжать. Саня, это участник или нет? Руслан, я сейчас узнаю, что Руслан. Это участник, наверное. Андрюха, садись за руль, я тебе фото сделаю. Это, наверное, еще с прошлых лет стоит, не на финиш идет, не дошел. В хорошем состоянии машина. Бешеные деньги стоила раньше.
дедушки была, да, шестерочка. Была шестерка с шестым, бежевая только. Андрюха. Ну что тут у вас, пацаны? Все нормально, готовы, все красиво. Готовимся, договариваемся. А что, трасса не сложная, что говорить? Нет, та трасса вообще, короче, нет. Лайт? Лайт, да. Там да? По пояс воды трошки дают. Не, ну есть же и сухие места. Есть. Есть? Немного. Ну, погода хорошая. Сухие, по косточке. Ого, вот это правильное решение, да? С капотом. А давайте флаг сюда поставим. Не-не, здесь, смотри, здесь сейчас будет стоять. Здесь будет стоять сейчас палатка и висеть вот такие часы с временем. О, сюда. Да, да. Вы будете время свое видеть. Все, остановимся пока на старт, я ставлю часы и сейчас подойду. На старт. Привет. Блин, что-то ты. А ты что, уже ездил или это? Нет. Или грязь еще не отпала просто? Что там трасса? Расскажи. Расскажи. Да? Лайт, да? Я думал, там сложно, поинтереснее будет. А что? Есть хоть интересные участки? Да. Куда идти? Один, это вот перед дамбой, вот это полотце. Ага. Вообще, ну, вот там такое есть. Вот это сразу канал, а вот там будет интересное. А дальше там нет. Вот и повезло. Короче, да, отлично. Да? Шикарно. Давай фото, пока вы чистые, чтобы понятно, кто да, где. Я думаю... Не испачкаетесь? Уверен. Я в это очень верю. Но там в Киеве не будет. Маньяки, конечно, нереальные. Все джиперы на фоне вот этих ребят. Это... Ну так, лайт, скажем так, назовем аккуратно. Так, кто-то идет, кто это идет? Блин, как ты заказываешь эту погоду? Вообще непонятно. Просто класс вообще. Давай всегда так делать. Блин, очень скользко вообще. Просто класс. Сейчас будет старт. Они очень быстрые. Иду подальше, чтобы попал старт в кадр. Представляете, этот объем работы, проделанные организаторами, по классам разбито все, у всех свои коридоры. Сейчас сначала 2 часа АТВ, УТВ, а потом будут остальные. Плохо отсюда видно, когда старт. И еще строятся. Не расстраиваются еще не все. Уже почти все.